Отдохнувшись и перекусив, мы отправляемся к заводу, который нашли недавно, друзья. И сегодня будем его брать. Мы сегодня должны его взять, посмотреть, какие есть там припасы. Но там есть, конечно, какие-то ребята вооружен, и нужно сперва их снять. Так что будем сперва снимать дозорных, потом зайдем на завод и осмотрим этот завод. Надеюсь, там будет много припасов. И, конечно, можно с помощью снайперской винтовки многих часовых снять. Так как есть зомби, есть какое-то топливо. То есть топливо, значит, есть какая-то машина. Сможем зацепить топливо и привезти к нашему дому. И уже, конечно, нам это пригодится в будущем. Итак, будем снимать сперва часовых, которых нужно будет... Даже не знаю, может по одному снимать. По одному прям по хедшоту. Ну что, начинается штурм. Так, сняли одного, вторую сыжу сразу. И готов. И готов сразу. Нормально. Этот даже не увидел. И будем тоже его снимать прям в горло. Что помучился, гаденыш. Так, нормально сняли. Этот даже не заметил, другой тоже не заметил. Так что будем снимать и четвертого. Так, он готов. И кусок мяса падает вниз. Найс, надеюсь, никто это не заметил внизу. Хорошо, подходим ближе к заводу. У нас осталось 6 патронов. Это, конечно, очень печально. Но придется будем экономить, будем, конечно, выживать и двигаться вперед. Ну, должны этот заводик мы сегодня обязательно взять. Так что будем двигаться дальше, берем с глушителем и идем вперед, ближе к заводу. Надеюсь, зомби не будет слишком много сегодня. Ну, если что, будем сразу гасить им по хедшоту. Вот они, выползли. Выползли голодные твари. Но мы готовы, конечно, их тоже уничтожить. Всех на своем пути. Так, вдалеке есть тоже зомби. Ничего страшного, слишком далеко, и он просто прогуливается. А завод, походу, у нас даже и работает, вижу. Так, пойдем, наверное, с переднего входа. Как говорится, по-наглому. Зайдем с парадного входа. Хорошо, подойдем поближе, посмотрим из снайперской винтовки. И, конечно, если что, еще с ним пару часовых. Если, конечно, это будет возможно. Если нас не заметят. Так, вот, кажется, есть вход. Есть вход, у нас 6 патронов, и есть еще кого пострелять. Да, есть часовой сверху, и снизу есть. Есть зомби, который просто прогуливается рядом с выжившим. Обалдеть. Это реально зомби? Да, это зомби у нас прогуливаются рядом с выжившим. Все на его даже не трогает. Как так? Я даже не понимаю. Хорошо, снимаем часового и снимаем дозорного, который снизу. Так, он готов? Да, он готов, остался наверху. Пускай отдыхает. И будем снимать часового. Надеюсь, его никто не заметит. Там он, кажется, есть. Есть головешка чья-то, кажется, заметят. Хорошо, снимаем его. Прям в горло, чтоб помучился. О, получил сразу хук слева. Как неудачно получилось-то. Так, спокойно, нужно его как сразу по-тихому снять. Его нужно по-тихому прям в хедшот. Так, идем, меня уже заметили. Меня заметили не очень удачно. Получил рукояткой. Так, зомби бежит к нему, походу готов его сразу жрать. Нужно гасить, пока что зомби не сбежались на шум. Так, готов. И зомби сразу, кажется, бежит ко мне. Переключился, ко мне бежит. Так, что у нас есть еще? Есть еще пистолет, дробовик. У нас нет автомата, мне нужен, по идее, автомат. Бежит ко мне зомби и сразу хедшот. Вот ребята вылезли. Они меня заметили и нужно, конечно, их гасить. Так, лежать. По-тихому лежать. О, еще второй, что ли, ко мне бежит. Детка, не трожь меня. Сразу получил хедшот. О, по ногам, пускай его жрут. Да, ребята, жрите его. Так, так, у меня патроны кончились? Нет, нормально. Отдыхай, отдыхай. Слишком много патронов трачу. Так, чувака, походу, сожрали, и зомби идет спокойно. Насытился, идет спокойно. И меня не трогать. Не, спокойно. Ну, походу, не сожрал его. Теперь готов. Нужно собирать патрончики и двигаться к заводу. Так, соберем патроны. Какой живучий гаденыш, там получил рукояткой. Нормально. Теперь точно будешь отдыхать. Мне нужны патроны. Что у нас тут интересно есть? Ох, да, автомат. То, что нужно. Будем просто штурмовать этот завод сегодня. Так что двигаемся дальше, друзья, и будем брать этот заводик. Так, подойдем поближе. У меня уже мало патронов на снайперскую винтовку, так что будем уже штурмовать, наверное, автоматом. Так, он еще живой? Нет, не живой, сейчас будет хедшот. Ох, упал кусок мяса. Нормально. Зараженный падает, как куски мяса уже готовые. Как называется БУ мясо. Так, что у нас? Справа есть проход тоже. Меня пока что не заметили, которых были часовые. Я их снял, но меня все-таки заметили. Так, нужно укрытие. Возьмем автомат и будем штурмовать уже. Так, зомби поблизости нету. Я не вижу, где он стреливает. А, вижу, кажется, сверху.
Где-то сверху, но я его не вижу. О, вижу, вижу. Бежит зомби к нему. Определил свою позицию и сразу получил. Нормально. Там какая-то заварушка началась. Не в мою честь, кажется. Так, выходит справа и сразу получает, огребает. А вот я огребаю хук справа, что ж такое? Сколько тут бегать-то? Нужно, по идее, глушитель, и тогда зомби не будет бегать ко мне. Так, еще один вышел и сразу получил хедшот. Нормально. Отдыхай, чувак. Так, и я тоже получил хук справа от другого зомби уже. Тоже получил хук. Нормально. Еще ко мне бежит. Еще ко мне бежит, чувак, не беги. Нет, он побежал к другому. А он побежал к другому жрать его. О, сколько выползло. Так, по ногам стреляем, пускай его жрут. Пока что и буду отстреливать других. Вот, чувак, прям тебя можно сразу в хедшот. Ох, да, красиво получилось. И он сразу падает. Жри его. Да, жри. Кусок мяса падает тоже. Он, походу, его просто ранил. Так, все отдыхают. Нет, он просто убежал. Он бежит ко мне. Нет, нет, не трожь меня. Черт, все-таки я получил я. На тебе рукоятка, отдыхай. Так, окей, заберем патроны и идем на завод. Надеюсь, там будет много припасов. Я сразу получил. Он тоже получил, пол магазина точно получил. Так, садинько. Нет, вылезли. Повылазили, гаденыши. Еще спереди. Сколько здесь патронов? Конечно, нужно все будет собрать и будем выживать. Так, он готов. Сзади, сзади, сзади еще прессуют. Где он? Он слишком близко. Слишком близко ко мне. О, сразу бегут, сразу ко мне. Сколько? По пуле к одному и сразу хедшотики. Да, да. Еще один бежит. Нет, уж не добежит. Зомби бегает на шум, так что нужно будет, конечно, найти глушитель и одеть глушитель на автомат. Это будет найс. Можно просто будет спокойно штурмовать и заходим на завод. Ох, да, есть машина, есть прицеп, можно цепануть. Это дело забрать, но сперва нужно, конечно, осмотреться и найти еще остальных вооруженных бандитов. Так, мне кажется, у нас тачка на ходу тогда. Тачка на ходу, а там у нас есть еще патроны, которые я не собрал. Да, автомат есть. Это дело соберем, и у нас почти 200 патронов. Да, 201 патрон у нас есть, это найс. Нужно еще, конечно, зачистить эту местность. Так, есть бензин, есть какой-то прицеп и есть фура. Надеюсь, на ходу, если что, мы заберем этот прицеп и привезем туда. Все пригодится, этот стоит спиной, что ли? Он даже меня не заметил? А вот теперь заметил. И сразу огреб. Так, слева, слева, слева. Ребята очухались снова. Так, ко мне бежит парочку зомби. Это дело мы вынесем. О, здесь с оружием бежит. Все вперемешку, зомби уже. Еще справа, справа есть. Сейчас газогасим и кувырок, и рукоятка. Да, красиво получилось. Так, добиваем уже остальных. Бежит за оружием ко мне раненый. И все-таки пытается нас остановить. Не тут-то было. Так, так, жив. Зомби, зомби меня прессуют. Так, залезем наверх. И осталось, кажется... О, сразу вылез. И я сразу огреб. Это был, походу, последний, друзья.